Сейчас я вам покажу проект американского дома. Это вот такой большой лист бумаги. Я не знаю, какой это формат. Наверное, А0. И для сравнения лежит пол-литровая бутылка воды. Итак, проект сам стоит порядка $3000 на каждый дом. Здесь основные указания на дом даны в каждом проекте. Вообще толщиной он вот такой вот всего лишь. Здесь немного листов. Вы можете здесь перевести на русский язык, переводить не буду, честно говоря, мне лень. Вот здесь основные площади этого дома. Итого здесь 3249 скверфит. Это умножаете на 0.092. Вот столько будет квадратных метров. Но так вам удобнее будет считать. Дальше идет construction фундамента. Здесь ленточный фундамент и заливается плита толщиной в 4 инча. Это планировка, собственно, ленты, как она будет. Вот здесь идет, будет идти стена, она толщиной 8 инчей, а ширина самой этой вот самой ленточки получается порядка 1 фит, может быть 1,2 фита, может быть 1,5 фита. Мы фундамент не льем, поэтому я здесь не могу сильно. Если сейчас размер найду, то скажу, ну, примерно 1,5 обычно идет. Ну, вот примерно размер есть. Вот эта вот стеночка. Ну, да, где-то 1,6 получится. А вот здесь указаны основные размеры, что куда льется, на каком уровне. Дальше идет указание у нас. Здесь как будут расставлены по кухням, по туалетам мебель, здесь конструкции стенок и как будет крепиться крыша к стенам дома, опять же указания, что как делать. Здесь основной вот этот план, мы его используем в своей работе. Как видите, вот эти вот все почеркушки, карандашом сделанные, вот это вот все. Это могу я сделать, мой, может, General Contractor это сделать, все разрисовать, вот эти вот все линии. Вот. И, ну, грубо говоря, вот этот выход в город, выход в сити канализации, мы ее прокладываем, и она идет вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Пойдемте, покажу, как это выглядит на стройке самой. Собственно, вот эта вот залита часть. Выход вот здесь в сети идет, зеленая обрезанная труба. Это тест-бол, это вот уже основной клин для прочистки, если что. Вот в зеленой трубе, это для дома, собственно говоря, инспекция. Идет дальше белая труба. Мы здесь уже воду подвели. Вот, она идет в траншею, и идет вот здесь вот умывальник для промышленных, для ландри. Это ландри, стиральная машина здесь будет стоять, слив для нее. Это выход для нагревателя, для газового, вот для такого. Дальше там будет душ, здесь будет выход на раковины, это для туалета. И здесь идет дальше траншея. Стояк на второй этаж, вот эта вот трехинчевая труба. Там будет айланд для кухни, такой остров, стол. И опять же туалет, ванна и опять умывальник. То есть небольшие объемы по канализации. Вот, вот, вот это вот все участок с этого проекта. Ну, возвращаемся к проекту. Так. И ставим дальше. Чехоточный, отойди. Размеры лестницы, как она будет делаться. Еще размеры мебели. И это планировка второго этажа. Это, в основном это делается планировка для фреймеров, тех, кто будет делать стены внутренние. Это все, что контур, это крыша.
Масштаб, кстати, вот этого всего 1 инч равен 1 фиту. Так, дальше идет уже как будет выглядеть дом, как будет выглядеть крыша, все размеры крыши и чем она будет отделываться. Собственно, дом будет выглядеть примерно вот так. Вот так. Плюс-минус. Так, дальше переворачиваем. Вот межэтажные перекрытия. Вот это их планировка. Здесь они сделаны специальным образом, чтобы туалет не попадал на трубы вверху, чтобы можно было вот так проложить. Стояка. И по второму этажу то же самое. Так, дальше идет схема для электрика. Куда здесь и что выводится. Вот так это все выглядит. Нет никаких там расшифровок по электросчету, по-моему, вот есть только вот условное обозначение. Как здесь что называется? И по второму этажу здесь также. И высоты розеток. Какие розетки на какой высоте? Ну, а здесь уже основные узловые элементы. Разбросаны, что к чему, как развязки разные. Это больше уже для фреймеров. Кто занимается, может быть, строительством каркасных домов, может вам это понадобится. Может, на паузу поставить, посмотреть. Вот здесь спецификация, что как к чему используется, как блоки закладываются, как здесь будет заливаться бетоном, что. И вообще конструкция коньков на следующей странице. Как забивается, что как крепится. Вообще фреймеры все знают, как что это делать. И это, собственно, планировка последняя, да, последняя, 10-я вот страница. Планировка вообще дома, как он будет смотреться на участке. Это плитка тротуарная. Все, вот так выглядит проект. Не очень заморочено, все просто. Почему тут нет каких-то разделов, которые вы привыкли в русских проектах видеть? Потому что здесь работы выполняет контрактор. Ну, допустим, у нас пломбер. Выполняют свою работу, и они за нее отвечают. Человеку, кто построил дом, ему оно нафиг не надо знать, где у него там проброшен кабель. Вы в других видео видели, как лежат кабели наверху, в каком беспорядке. Просто сверху там будет набросана термоизоляция, и нафиг не надо все эти сети видеть. То же самое по пломбингу. Зачем ему знать, где у него под домом конкретно проложена какая-нибудь сливная труба? Она никогда не взорвется, ничего и не будет. Здесь никаких перепадов температур нет. Грунтовых вот здесь, вот именно здесь, в этом конкретном районе, тоже нет. А в другом, где-то там по колено копаешь, уже вода проступает. Вот, подвод воды ему тоже не нужен. Если что-то вдруг случается, они звонят тому, кто это делал, он приезжает, устраняет. Вот здесь так. Здесь хозяину не нужно знать, где у него что в доме, какая сеть проложена. И касаемо кондиционера, тоже нет этого проекта. Кондиционерщик сам определяет, где ему нужно, какой рукав проложить, куда поставить юнит, как его подвесить, каким способом прокладываются все эти трассы, в какой комнате должен быть вент размером стоять. Если что-то кто-то делает неправильно, он за это ответит. Здесь так. Здесь компания платит для этого страховку, чтобы потом владельцы их не могли ликвидировать там или как-то засудить. Страховая компания сама платит. Вот.
Так что вот примерно так. Пишите вопросы. Подписываемся на канал, ставим лайки. Это стандартная фраза, но куда деваться. Будут вопросы по проектам, задавайте. Вон едет моя